Сука. Меня убил ребенок. Здорово. Здравствуйте. Пока. Смотри, сколько крипподов! Блять, 6 крипподов, 6 живкой! Крипподы! 2 мэвина! Я набрал турелей, батареек и патронов. Но все равно с игры не выйду, пока не убью. Сюда, все, блять, смерть. Смертный приговор. Шадуман, блядь, Шадуман, 5... Всем здорово и добро пожаловать на канал Арк Юрского периода. Приятного просмотра. Не, ну вы видели такую желтую хрень когда-нибудь? Захожу я в игру, а тут какие-то текстуры желтые. Нашел тут домик соседский, и они, походу, запитать генератор забыли. Или переехали. Ну, сейчас мы это выясним. Бэм! И у нас тут не особо много чего есть. Только запертый шкаф и все. Так, шкаф открыт, в нем даже что-то есть. И это всякая хрень. Пацаки, короче, переехали. 3 дня отжили под защитой и свалили. Ну, правильно, молодцы. Итак, домик номер 2. Уже на кристаллке. Посмотрим, что здесь. Защита уже прошла у них. Челик спит. Тут тоже ничего нету. Тоже пацаки переехали. Вот, блядь. Может, здесь что-то здесь? Может, под фундаментом что-то сныкали? Ну, вроде ничего нету. Понятно с вами, короче. Нашел тут седло на стене. Короче, у меня есть гениальный план. Как устроить ловушку на человека. Я набрал турелей, батареек и патронов. И сейчас поставлю это все возле приручалки. Возле пещеры, где приручают мэвинов. И буду сюда всех заманивать. И мне вообще будет тупо насрать, на какой человек какие живки, на каких они там имбовых тенегривах и так далее. Сейчас понаставляю тут и буду тупо летать заманивать челиков. Это же гениально. Интересно, что удастся получить. Смотрите, ребята, видос должен быть очень интересным. Только поставлю тут себе столбик, хоть, чтобы быстро ориентироваться. Чтобы резко сюда лететь. Даже 2 поставлю, чтобы точно не пропустить. Ага, тут челики. У них защита еще есть, но они живку на улице оставили. Ну, я ее поубиваю. Живку вот можно убивать, защита не распространяется. Вот ударило это здание и сразу написала, что вы пытаетесь ударить под защитой домик. Ну, вряд ли в нем, конечно, что-то есть. Да, пустой. Короче, есть, за мной челик на птере погнался. И у него фьордхаук даже есть. Ну, смотрим, что. Фьордхаук, мешочек, первый, погнали. Крипподы! 2 мэвина! Блять, легендарный лук! Офигеть, сетки, гарпунное ружье, броня, кнут, наркота, блин, 2 мэвина, я мэвина хотел приручить, но мне лень было Lost Island скачивать. Охренеть, жесть! И это первый челик, который на турели попал. Офигеть, бля, ставьте лайки, это жестко. Блин, надо все по бырику в луч это заныкать. Заныкать в луч или домой сразу отнести. Жесть. Нет слоя, просто охеревший. Жестко. Переставлю-ка я турель. Пусть все вместе тут стоят. Точнее, хотелось бы переставить куда-то поближе к пещере, но тут всякого понаставляли, и нельзя к той пещере поближе поставить турели. Может, еще пацаки где-то есть. Можно тут тупо сидеть и чекать, и ждать. Может, тут поставить, тут бы вообще было бы охеренно. Че рядом с терминалом? Нельзя строить возле терминала, какой терминал? Ну, там, походу, специально так сделали, чтобы нельзя было строить. Походу, админы понимают, что это место. Короче, я лучше вверх подымусь и сверху буду смотреть. Или снизу. Надо турель, наверное, поставить, чтобы с турелью не бегать. Чем меньше лута я в себе ношу, тем лучше. Хорошо. Все, короче, улетаю к лучу. А, блядь, еще сервер скоро закроется. Надо найти луч и вещи положить. 2 мэвина, бля. Жесть. Тупо халява. Ничего приручать не надо. Тут пусть рейты x30, но как бы живку приручать все равно это всегда геморрой. Ну окей, там она лежит, встает быстро. Но ее же надо еще уложить. Ее еще надо найти. Ее еще надо мэвина приручить, когда тут онлайн 55 человек на фьордере. Так что живка это всегда самый топовый товар. Теперь осталось только ее засейвить. Есть, я короче дома.
Вот специально буду в один сейф складывать все, что удастся с помощью ловушки добыть. И в конце видоса посмотрим. Угу, меня выкинуло с игры. Окей, спаунимся возле ловушки. Хорошо, я на месте. Зашибись, теперь мне к лучу бежать надо. Это меня возле луча выкинуло. Теперь мне боссом голову надо чисто из-за глюка игры подбежать. Вот, я уже пришел, но меня, блин, убила какая-то дикая живка. Есть, запрыгнул. Летим к ловушке. Ловушка кого-то опять убила, пока меня не было, прикиньте. Ну что тут? Может прогрузишься? Ты смотришь, еще, блин, летает. Нет, тут пусто. Седло можно только забрать. Есть седло. И то хорошо, седло надо с модусом. А в этом? В этого ни хрена. Это, видимо, Фёрдхаук. Да, Фёрдхаук. И что тут у нас? Охренеть! Легендарное седло на голема! Пока... Смотри, сколько крипонов! Блять, 6 крипонов, 6 живкой! Чё? Чё? Просто изи! Да, бля, я с рейдом столько не поднимаю. Сука. Чё? Какого хрена? Жесть, бля, надо валить. Срочно валим, надо все сейвить домой. Охренеть. Сука. Бля, смотри, сколько вещей. Шадуман, бля. Шадуман, 5 дисмодусов и конь, блядь. Пиздец, 9 сишек, да? 7 сишек. Жесть. Фух, через всю карту летал, искал луча так, чтобы подлететь. Стрёмно, может вообще без мыши нафиг спавнится. Пошла она в жопу. Ну ладно, жалко, вроде мышь оставлять свою. Давай быстрее крепоться, быстрее. Ну если кто-то меня залутает, то, блин, столько подымет. Валим, валим нахрен. Валим домой, все. Ну-ну-ну, давай быстрее. Есть, Вальгуэру. Есть. Есть. Пиздец. 6 криопода живка в одного челика. Я в шоке. Я просто не могу отойти. Охренеть. Пишите комменты, что вы об этом думаете. Челику. Капец, ему не повезло. Я его даже не заманивал. Он просто сам напоролся на турели. 18 тысяч пороха. Офигеть. Смотрите же, сколько лута. Это только двух челиков убило. Только двух челиков. Дротик с феромонами. Жесть. Блин, смотри, сколько уже крепоту. 8 живок уже поднял. О, жесть. Десмоду 77. Мейвин 142. Ладно, берем батарейки, возвращаемся назад. Угу. Спаунимся на ловушку. Хорошо, я на месте. Угу. Интересно, есть еще мешочки где-нибудь новенькие? Никого там что, случайно не убило? Непонятно. Что-то я ничего не понял. Но это же старые, это мешочки. Седло. Может, это новые? Это, походу, новые мешки были. Ну, с альта посмотрим, что тут. Прикиньте, как челик огорчился. Блять, я вообще, блин, там, наверное, комп выкинул с окна. Окей. С этой стороны вроде тоже новых мешочков нету. Хорошо. Бросаем десмодуса и опять будем дальше заниматься. Опа-оп. Там кто-то бьется. Там десмодус бьется, он еще один. Десмодус бьется с аргентом. Это дикий или как? Это дикий. Походу просто кто-то выпустил их из пещеры. И они тут начали развлекаться. Окей. А новые челики есть где-нибудь? Ну кто-то же выпустил. В принципе, тут одно из там из таких. Одна из самых больших и точек интереса. Угу, тут турель тоже нельзя поставить. Как бы эта пещера с десмодусами, на ней легче всего их приручать, и это самая большая, наверное. Ну или одна из самых больших точек интереса на Фьордуре вообще. Тут, наверное, лучше всего челиков искать каких-нибудь. О, челик бегает. А ну сюда. Сюда. Здорово. Дратути. Окей, Дратути убит. Может, тут турель поставится? Слишком близко к фундаменту. Черт, если мне их по периметру пораставлять как-нибудь,
то вообще никто от меня не уйдет. Может так, посмотрим тисмодуса, как-то поставить ее. Воу-воу-воу! За мной челик какой-то на десмоде. К турелям есть! Есть, есть, есть! Сдох, есть! Третий пошел. Дратути, это опять этот дратути. Блять. Готов. Так, подропаем эти скины, блин. Люди, если кто не знает, то в настройках есть кнопка не выдавать скины. Окей, порченка, седло забираем. Пойдет. Ну, конечно же, разберем труп, чтобы никого тут не отпугивать. Чтобы в нашу ловушку попадалось больше мух. Я имею в виду людей. Три челика уже есть. Угу. Тут не ставится, нигде не хочет ставиться. Тут бы и классно было поставить. Но тут уже близко слишком. Близко слишком к пещере. Ну, тут, конечно же, тоже. Тогда придется их, наверное, все вместе турели ставить. Поставлю вот где-нибудь здесь. Или здесь. Подождите, там стех. Стех с седлом. Это, походу, тот челик, который провтыкал 5 живок. Или 6. 6 живок. И шадоумана. И он пришел танковать турели. Он пришел их танковать только для того, чтобы забрать свои вещи. Охренеть. Настолько он был расстроен. А ну-ка, сейчас засетим. Засетится лишь стега? Не. Не, стега не сетится. Кто-то стрелял. А у меня хп мало. Кто-то по мне стрелял только что. Давай, десмод, иди сюда, лети. Ну, дурачок. Че ты не летишь? Давай, там надо разобраться с этим стегом. Ну, есть. Летим до стеги. Ага, стега... Стега отошел куда-то. А, вон он. Челик, походу, тут рядом с ним где-то. Может, он сидит? Есть, да. Три поинта. Три поинта. Привет, привет. Да, это тот. Это тот, у которого был Shadowman. Блин, чел, если ты вдруг смотришь это видео, ну, сорян. Не повезло тебе. Больше там не летай. Десмодусов больше не приручай. Да, надо со стегой теперь разобраться. Я думаю, его просто отвезти. Нафиг он его на агр поставил, вообще загадка всех загадок. Отвезти на турели, да и все. Да или забить, не знаю, он так медленно идет. Супер медленный какой-то. Ладно, буду бить. Блять, по 20 хп. Но он красный. Может, как-то убьется. По 10 хп. Блять, он меня застанил. Давай, оси его, десмод. По 10 хп. Наверное, это тупо. Ну, сейчас освобожусь. Наверное, буду все-таки заманивать. Тут, блин, 5 метров осталось, чтобы на турели его заманить. Да и все. Стамина закончена. О, есть, турели стреляют. Есть, убиваем. А по мне откуда урон? 300 дэмэджа прошло. Это кто-то по мне стреляет или что? Я что-то не понял. Что там с тебя? Седло зеленое, хорошо. Не, это кто-то стреляет, сука. Кто-то где-то стреляет. А нихера он снайпер? Томатик, томатик. Это кто-то новый. Такого не помню. Где он? Откуда он вообще стрелял? А он там далеко что-то есть. Но я не заметил сразу, сейчас только на записи. А он там мышь слева еще. Ну, мышь дикая. Где-то там далеко, я понял, где он был. Короче, десмода моего убил, так что я на крылышках полетел куда-то подальше отсюда. Надо вернуться на базу и взять еще чего-то. Взять какого-то десмода или типа того. Только лучей рядом нету. Придется тут еще бегать. Я решил заспауниться в другой мир. Заспаунюсь в Асгард. И там какой-то луч найду. Или типа того. Я вообще не специалист по этим мирам. Хз, пацаны. Я не знаю, чем они там еще отличаются. Я переходил два раза в разные. Пробовал там. Но они какие-то маленькие. Вот этот Асгард еще какой-то. Там только один обелиск и все. Так, темный экран. Эй. Эй. Я там же где и был. Бля, наверное, придется сейчас. Придется куда-то бежать.
А, не, все, я заспаунился все-таки. Все-таки меня перенесло. Но лучей не вижу. Никаких лучей тут нету, и придется искать что-то. Наверное, побегу просто к обелиску. Тут же мир, по сути, маленький. Я полетел. Тут мейвинг есть. Оу, щет, я знаю, где я буду мейвинга выручать. Это что такое, терминал мирового... мирового босса, не. Терминал? Да, мирового босса, чё? Прикольно. Только не заходит. А у меня просто лагало. Давай еще раз. Попытка номер два. Ага, ну для меня никто ничего не оставил. Призвать Хати из Кёля или что-то того. В общем, я уже возле обелиска. Сейчас буду бежать да перемещаться. Надеюсь, меня же никто не убьет сейчас. Не хотелось бы потерять... Оп, эй, там челик какой-то. Что он тут делает? А ну сюда иди, давай. Китстар взял. А, ну ладно, да стой, стой. Да стой, я тебя не буду убивать. Стоять. Не, я... Не, я сам поиграю, сорян. Не надо тебе мясо жареное? У меня мяса много, могу мясо. Да, подписывайся на канал. Канал Арк Юрского периода. Я тебя засетил, чтобы ты за мной не гнался. Окей, давай. Пока. Не собирался. Я знаю вас, не собирался. Да, валим все, короче. Перемещаемся отсюда. В Альгуэру поехали. Не-не, спасибо, пока. Коня. Тут коня можно каждые 6 часов брать. Тут каждые 6 часов можно китстарт брать до 20 штук на перса. Ну все, скидываем еще пару вещей в наш сейф с нашей ловушки. А потом уже в конце видео будем смотреть общую сумму. Подбегаю к лучу, буду перемещаться обратно на фьордур, уже взял живку себе. Опа, ни хрена, легендарная бензопила. Пусть данных поваляется. Батарейка сюда. Окей, фьордур. Десмод у меня, отлично. Сейчас будем продолжать делать нашу грязь. Окей, я на месте. Убила кого-то еще или нет? Тут просто еще ж такой прикол, что... Челики будут потихо узнавать, что у меня тут турели, и вести себя аккуратно. Надо будет перерывчик взять. Окей, сядем его. Это еще не укачан, я на нем даже ни разу не катал. Полетели. Вроде пока никого нету. Ну ничего, смотрите до конца. Там еще будут креоподы впереди у нас. В доме кто-то онлайне. Интересно, под защитой или нет? Магмозавр? Что такое-то он мелкий, они что, его размножали или... Ага, трайп под защитой, окей. Летим дальше. Вижу десмода. Там десмод какой-то полетел. Челик на нем. Давай за мной, за мной. Я притворюсь, что я его не видел. Я тут по АФКшу, типа АФКшу. Ну, полетит или нет? Не, походу сэканул. Ну, ладно, хрен с ним. Зашибись. Меня с игры выкинуло. Меня, блядь, выкинуло с игры просто возле пещеры мышей. Угу. Я упал и сдох. Классно. Охеренно, какой же второй раз выкидывает меня за сегодня. Угу. Так, вижу мышь какую-то. Блядь. То моя мышь. Там челик. Чё, блядь? Чё? Откуда там мышь вторая взялась? Там, я не понял, я сейчас типа открываю инвентарь, чтобы он подумал, я АФКшу, и на меня напал. Блять, там челик в тег-костюме. В тег-костюме? Ни хрена себе, если его загреть и убить, то тег-костюм себе можно поднять. Офигеть. Офигеть, давай, лети. Она летит? Вроде летит, не? Летит за мной? Или не летит? Бля, челик в тег-костюме. Жестко, это интересно. Это вот вообще вкусно будет, если залутать его. Давай, тупая мышь, лети за мной. Ну... Ну, блядь, сколько ей надо свистеть, чтобы она за мной полетела? Вроде что-то там происходит, это мое тело. Ага, только оно летит в воздухе, и я не могу ничего сделать. И капец его покорежило. А, о, вот оно. Садимся, давай, блядь, не траву собирай, лети. Давай, челюсти, за мной, ну. Ну, дебил. Давай.
Давай, полетели, полетели. Бля, ты костюм. Бля, сетка стреляет мимо. Есть, будем так вилять, вилять чуть-чуть. И второй раз промазал. Давай, турели, стреляйте. Есть. Капец, у них урон по 1000. Жесть, хэвики, это вообще бомба. У меня сейчас будет, походу, тег костюм. Чё? Элемент? 30 элементов? Да я чего-то не понял, это тег костюм или нет? Скины какие-то. Он же летал, я видел, он летал. Чё происходит? Он же летал, 82%. Броня 20%. Чё броня 20? В тека броня больше. 76%. Блин, ну какой-то заряд есть. Но я не могу ходить. Подождите, ну если это с Генезиса 2 тек костюм, то он же не мог летать на нем на другой карте. Я ж так понимаю. Чё за бред вообще происходит? Какого хрена он может его одевать, а я не могу. Он же тут что-то выкидывал, мне ничего. Ничего нету. Ну это обидно. Обидно, из-за какого-то лага выкинуло с игры. И ничего, может в мешочке моем хоть остались вещи? Я же их уже полутал. Окей, ничего тут нету. Хорошо, идем дальше. Не, можно в ленивую, конечно, просто тут сидеть прямо в ловушке и типа АФКшить. Еще может мешочек у Фёрдхаука там или типа того, убить этого гребаного аргента. Посмотреть, то как-то маловато лута было у челика. Но есть быстрее способ. Готов. Чё у него? Ну чё? Не, ну может он кого-то залутал, но вряд ли у него что-то есть. Но, на самом деле мне вот интересно ястреб Фьордов, в котором ни хрена нету. Наверное, и себе приручить была бы не такая же тупая идея. Ну видите, я с турелями-то убиваю 100% и ястреба, и он не успевает довести вещи никуда. Хорошо. Надо отнести этот костюм, не до костюм, тоже куда-то в луч бы. Будет еще кто-нибудь? О, челик бегает. Есть. Бля, чё я не взял? Чё его... О, есть. Ни хрена у него щит хороший. Блять, лаги, сука, из этих лагов. Эй, какого хрена калибри? Как он это, сука, сделал? Блять, ну с лагами у ПВПшится, это жесть. Спина, ну давай, пойдешь за мной, не? Е-е-е-е-е-е. Блять, он щит поставил. Оттанковал, ни хрена себе тут гений попался. 300 IQ. Ну ладно, будем по-старому, он уже туда не пойдет. Пойдешь? Не, не пойдешь, конечно же, не пойдешь. Ладно, будем по-старому сетиться. Иди сюда. Ну, давай. Да, блин, не. Ладно, перестрелка у нас, старая добрая перестрелка. Есть, бля, попал с первого раза. Давай, блядь, сука, перезарядка. Перезарядка, фак. Есть, попал. Мимо, мимо, мимо. Мимо. Окей, давай сетками. Блин, не так-то я хорош в ПВП. Ну, неплох. Ну, давай, ну. Блять. Не-н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 е. Сука. Блять. Ладно. Три поинта, да, посрать? Ладно. Так, что делать? Возрождаться где-нибудь на луч или чё? Возрождаемся тут. Хочу все-таки глянуть, забрал он вещи или нет. Все-таки я вдруг, я же не знаю. Нет. Нет, он ничего не взял. Чё, ни хрена себе добрый. В арке есть добрые люди или чё? Или богатый, супер богатый, что ли? Короче, сделать себе кожанку хотя бы. В кожанке какой-то, может, так позаманиваю людей. Потому что это выгодное дело. Ну, блядь, Shadowman! Shadowman'а зафармил! Фак, люди, какого хрена? Это достойно лайков, я не знаю. Каждый должен лайк поставить, а такое. Так что ставьте все лайки, пишите комментарии, я не знаю, напишите любой комментарий реально с 5 слов, пожалуйста, ну пусть что угодно. И я буду счастлив.
У меня сейчас подписчики пошли, я вообще кайфую. Прям не перестаю радоваться. Так, у нас следующая жертва. И есть такое чувство, что я уже пиздил. Его пиздил. Я сразу не понял, когда играл, а сейчас я все понял. Вот это его дом. Под его домом был десмод, я его тогда убил. Ну так, занетил его. Блять, стреляем, но. Вот сука. А не, или это не он? Что я не могу ни хрена понять. Блять. А, это точно, я понял, который только что меня убил же. Окей, в прошлый раз он ничего не залутал, может и сейчас не заберет. Посмотрим. Блять, короче, не было... Был кулдаун, я возродился где-то на спауне. Челик, он что-то там финты какие-то делает на сове. Ага. Ага. Кто-то сдох. Я думал, кто-то АФКшнулся, упал, и у него будет что-то ценное, но ни хрена. Ладно, и у меня пришла идея, короче, у меня там десмод есть в данных. Возьму десмода с данных и полечу туда, заманивать людей. Угу, беру десмода. Есть. Я сейчас просто полечу, да и все. Бля, не говорите мне, ну, сука, нету седла. Вот фак. Нету седла. Дерьмо. Ладно, гружу тогда его обратно. Окей, лежи здесь. Придется запомниться на кровать. Убейте меня кто-нибудь. Кто убьет? Ты меня убьешь. Не, черепаха долго. Давай, кто? Я вижу трайка. Посмотрим в логах, может, турель еще кого убила. Не, я умер. Умер, больше никого не убивала. Окей. Ладушки. Трайка, убирай меня. Угу. О, давайте вдвоем. Молодцы. Надеюсь, кулдаун прошел на кровать уже. Угу, хорошо. Спаунимся, посмотрим. Смотрим. Мышь какая-то. Окей. Блять, столько уже лучей моих. Блять, мышь полетела. Челик. Ага, окей. Давай, не полетишь, не пойдешь за мной, не? Угу. Ладно, пошел в жопу, надо вещи лутать. Челик опять ничего не забрал. Или забрал? А он сети забрал все и патроны для дробовика. Угу, такое. Надо сюда сесть бы и одеться хоть. Не, ну приятно, когда есть хоть какая-то нычка. Защита. Угу. Ну такую броню хоть можно руками починить. Хотя вообще, я видел, есть какой-то инструмент, прям в арке, без никаких дополнений, что можно вещи, созданные в верстаке, в руках чинить. Так что берите на заметку. Я сам никогда так не делал, не видел такого, но инструмент там какой-то. Есть плоскогубцы или что, можно крафтить и железную броню ремонтировать в руках. Может, стоит с собой носить. Так, что с ним делать, что будем делать? Никаких патронов нету, но мы все еще можем заманивать. Полечу, короче. У меня же седло я взял. Седло взял, можно к лучу сейчас полечу и... Ну, вы поняли, да? Поняли, не? Я слишком долго играю. Сейчас на десмода одену седло и все, и порядок. И можно спокойно себе заниматься. Ага, хорошо. И луч есть рядом. Ну, я тут прилягу в кустики, подожду. Угу, грузим. Так, десмод есть. Сейчас десмода можно изи всех разваливать. Бля, еще 30 секунд кулдаун. Есть, выкидываем седло. Ай, блин, нельзя тут медлить. Есть. Погнали так, ловушки. Фу, схватил челика-то. Да какого хрена? Какого хрена? Это ж тот же, блядь, который там бегал. Иди сюда. Бля, спиннером играть это просто жопа. Так подбешивает. Не, ну, вы все равно знаете. Я бы ар, конечно, играл из хуже, наверное, лагами. Но я бы тогда не пробовал пвпшиться. Но все равно, все же. Ну смотрите, ну реально, что стоит взять челика в лапы и убить? Я не могу. Я не могу этого сделать. Смотрите, ну блин, капец. Иди сюда, блин. Вот печаль. Скорее он, наверное, волосом по мне попадет, чем я его. А, сел случайно. Вас тоже бесит, когда эта жилка типа грифона и десмодуса сама приземляется не вовремя. Ну. До него, походу, выносливость уже закончилась. Я все равно не могу. Уе, есть. Есть. Пиздить его. Пиздить. Какого хрена? За два удара не ударил. Вот она, короче. Короче, если так не получается, я засвещу, он должен же убить его, да и. И все. Ну, убьет же. Убьет же десмод его. Или не убьет? Иди сюда. Сука, ну спина, это жопа. Он со мной по арбалетам попадает. Я не могу ничего ему сделать. Не хватало еще заснуть. Интересно, он шарит за мою ловушку? Давай, бежи. Беги за мной, давай. Уже два раза попал. Блять, и десмод не может убить.
Короче, берите на заметку, Десмод дебил. Он по приказу ни хрена не может убить. На челик куда-то бежит. Понятно, в общем. Ну хоть с помощью Десмода можно узнать, куда он убежал. Надо сесть на Десмода и пиздово ему раздать. Задолбал. Ага, он тут живет. Он походу живет тут. А чё у него там мышь спит? Сука, блять, беги за мной, давай. Лучше на крыльях будет быстрее. К турелям, давай, ну. Но он же не хватит меня, блять. Если бы летел на крыльях, мужик. Ну тут, блин, до турели чуть не дотянул. Сука, блядь. Куда ты улетаешь? Сука. Уебище, кончено. Меня убил ребенок. Ну я тебя отомщу, сука. Я, блядь, с игры не выйду, пока тебя не убью. Блять. Сука, быть убитым ребенком. Обидно. Но я по-любому отомщу ему. И не сомневайтесь. Окей, спаунимся. Еще может спасти удастся Десмода. Бежать туда или нет? Наверное, смысла нет. Он же с Десмодом бы залутал мои вещи. Луч тут. Окей. Бля, он бьет Десмода. Десмод, блядь, лети сюда. Ну. Лети. Ну я ж свищу, что ты не летишь? А он на агре, бля. Ну все, я бы от агре отсвистел, да? Чё он все равно не летит? Давай, я отбегу. Все равно не летит. Ну пиздец. Бесит, ну сейчас же сдохнем, блядь. Нету, блядь, нету. Окей. Ладно. Спокойствие, только спокойствие. Я тебя отомщу, маленький гаденыш. Давай, иди за мной за турель. Ну, не пойдешь. Говнюк мелкий. Ну давай, я типа дурачок, я буду вот тело тащить, да. Смотри, да, в теле креопод, иди сюда. Ладно, я пойду на базу, наберу с собой сишек, наберу всего и подорву этому, блин, мелкому гаденышу все. Придется с сейфа взять одного десмода, то у меня уже позаканчивались. Не хочу на птере летать. Так что держите в уме, а там еще один десмод был. У меня тут арсенал приготовлен. Сейчас всякого наберу. И этому мелкому гаду не спастись. Ладно, все, убил бы и там не пиздел. Оно еще злорадствует. Не, ну я так точно не понял. Но, возможно, я его раньше уже убивал. И он не летел за мной. Может, он знал, что там турели. Ну, так хрен его знает. Разве каждого запомнишь? Но все равно с игры не выйду, пока не убью. Убью мелкого гада. Итак, я готов разрывать. Где этот гад? Ага, ему это Десмодуса убили. Там мешочки какие-то валяются. Походу мелкого уже развалили. Бля, я на монтаже только заметил, что у него там мешочек на кровати. Блять, у него походу мешочек, потому что Фёрстхаук ему принес на кровать. Вещи, блять, это я не заметил сразу. А он еще не может возродиться, потому что его убил кто-то из игроков. У него кулдаун, походу. Ждем. Я буду ждать этого говнюка. Короче, турель кто-то вообще разрядил полностью. Наверное, тут стега, вероятно. Снимаю ее. Она уже свое служила. Так, 2D-смода. Это... О, это мелкое говно. На мейвинге, блядь. На каком мейвинге, дебил? Вон оно мелкое говно, ну на, иди сюда, блядь. Сюда, блядь, иди, это же он. Сюда, все, блядь, смерть. Смертный приговор. Мелкое говно, и 2 десмода за ним, мейвин прилетел сюда. Блядь, сейчас улетит, не-не-не-не, застрял что-то, затупился, есть. Это сладкая вендетта. Ое. Ну-ка, может у них что-то хорошее еще? Ни хрена. Мэвин, блядь, седло, сюда иди. Я, блядь, злой, но я счастлив. Опа, Десмодус. Есть. Десмодус еще один, бля. Охренеть, сегодня, походу, самый удачный день со всех дней в арке. Ну, именно соло, я не знаю, я не помню, что без соло столько подымал. Пусть это не оф, пусть тут X30 наживку приручать, это все равно долго. Охренеть. Не, ну это удачное завершение видео, блядь. Падла, так, все залутаю.
Мелкий говнюк. И кто теперь дикий бич? Или как там говорил Юджин? Бич. Кто теперь дикий бич? Все, валим отсюда. Надо сейвить вещи домой. Сделать перерывчик. Ну, это, конечно, жестко вообще было. Итак, ну что, смотрим, что удалось залутать за сколько там, полтора часа игры. 18 тысяч пороха, легендарная винтовка, седло на стега и легендарное седло на голема. Что там, кнут легендарный, седло на какую-то херню, да по херу. 250 наркострел, дротик с феромоном, жареная рыба, парашюты, вяленое мясо, 100 наркодротиков, седло на десмодов. Турель моя, окей, легендарный блочный лук, помповые ружья эти, не помповые, гарпунные, куча крови, и конечно же, блять, тени грива ни разу не приручал, это буду только катать, 287 же, охеренный тени грив, блять, хорошие десмодусы, блять, 5 десмодусов, 2 мейвинга, конь, охренеть, еще один десмод у меня. Короче, 10 живок поднял. Все, блядь, секрет успеха в арке открыт. И пофиг вообще, блядь, какая у них там имбовая живка. Пусть идут в жопу, 9 сишек еще. Вот у меня, это мой холодильник. Сколько у меня всего. И, короче, всем спасибо за просмотр. Я думаю, этот видос достоин лайка. Спасибо еще раз за комментарии и увидимся в следующем видео.